Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Сегодня 19 февраля 2024 года, или 10-й день 12-го еврейского месяца Адар. И мы продолжаем размышлять, насколько же близок наш Господь, и насколько близко восхищение и встреча с нашим Царем, Искупителем и женихом. Каждый день и час сегодня мы можем быть восхищены навстречу Господу на воздухе. Я в который раз хотел бы сказать всем христианам, которые продолжают повторять друг за другом, не наше дело знать времена и сроки, что эти слова были сказаны Иисусом своим ученикам из Иудеев почти 2000 лет назад. И хочу прочитать, что тогда Иисус сказал в контексте, всю эту фразу, чтобы стало понятно, что Его слова не относятся к нам сегодня. Эти слова Иисус сказал ученикам перед Своим вознесением. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Его ученики думали, что именно в то время Иисус установит Свое царство, физическое царствование в Израиле. Они многого тогда еще не понимали. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 2000 лет назад ученики спросили, не в это ли время Ты устанавливаешь Свое царство в Израиле? Восстанавливать — греческое слово «апокафистано». Это эсхатологический термин, обозначающий восстановление Богом правильного положения вещей в конце времени, установление царства Мессии в конце времени. Вот что сказал Иисус тогда, 2000 лет назад, Своим ученикам. Тогда еще было не время наступления Его царства, и это было не их дело знать, когда оно наступит. Тогда они должны были начать свидетельствовать о Нем в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли, понести Евангелие во все народы. Вот что было тогда их делом. О чем проповедовал сам Иисус во время земного служения? Он проповедовал Евангелие Царствия. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия. И о последнем времени Иисус говорит, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Кто сегодня проповедует Евангелие Царствия? Благую весть о грядущем Царстве Иисуса Христа. Не наше ли дело сегодня говорить, что Господь грядет, что приблизилось Его Царство, что без малого 2000 лет прошло со времени Его распятия и воскресения? Наше дело сегодня предупреждать, что Господь грядет, что настало время Его возвращения и время Его второго пришествия, чтобы судить мир и установить Царство Свое. То, о чем ученики спрашивали 2000 лет назад, о Его Царстве, не в сие ли время? Тогда было не время, но сегодня. Кто, кроме нас, может об этом сказать? Евреи, народ Израиля, пока не верят, что Иешуа есть Мессия. Для этого 70-я седьмина, чтобы они приняли и поверили. Часть христиан говорят, не наше дело знать, когда придет, тогда и придет. Часть христиан вообще не верят во второе пришествие. Часть христиан, наверное, верят, что это может произойти, но через 100-200 лет, не при нашей жизни. О чем же Иисус спрашивал, говоря, когда приду, найду ли веру на земле? Именно об этом. Будут ли люди верить? Когда Он придет, будут ли люди верить в это? Что такое вера? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Будут ли Его ученики верить и ожидать этого важнейшего события в их жизни? Нет, подавляющее большинство не будет.
подавляющем большинстве христиан Иисус не найдет этой веры. Потому что сегодня они говорят, не наше дело знать, не наше дело изучать, не наше дело исследовать, не наше дело ожидать и быть готовыми, не наше дело даже задумываться об этом. Это грех. Не скоро еще придет Господь, ты обольщаешь церковь. Так и живет сегодня теплое по отношению к самому Иисусу Христу христианство. Собираются многотысячные христианские конференции, на которых молятся и пророчествуют, но ни одного слова не скажут, что Господь грядет. Что да, мы видим все признаки, о которых говорил Иисус, признаки Его второго пришествия, потому что это им не интересно. Им интересен этот мир, и по сути большинство христиан не желает и не хотят, чтобы Иисус пришел, потому что еще так много планов. Еще так много всего хочется успеть. Потому и говорят, не наше дело знать. Потому великое множество людей, которых никто не сможет перечесть, придут от великой скорби. Великое множество христиан останутся и проснутся от своего сна только после восхищения. Но те, кто пребывает во Христе, хотят и желают, чтобы Господь пришел. Потому что не могут уже смотреть на все беззакония, творящиеся в этом мире. Главная мечта и главное устремление всех пребывающих во Христе – это встреча со своим Господом и женихом и наступление Его совершенного Царства. Как Иисус призывал молиться, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В чем кратко заключается Евангелие, благая весть? Бог сотворил совершенный мир, но после греха первого человека, Адама, в мир вошла смерть. Все творение стало смертным и тленным. В конце 4-го тысячелетия пришел Иисус, второй человек, Господь с неба, чтобы своей смертью искупить весь человеческий грех. Иисус был распят, как агнец, и на третий день воскрес в новом, прославленном теле, предназначенном для вечной жизни, после чего вознесся к Отцу. Какой конечный пункт всего Евангелия? Иисус придет во второй раз. За ожидающим Его во спасение, и произойдет восхищение, это первое событие. Он придет, чтобы осудить этот грешный мир и вернуть совершенный мир, потерянный в результате греха Адама, вернуть творению вечную жизнь. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Это произойдет во время Его второго пришествия. Все Евангелие ведет к Царству Мессии. Так почему же христиане не хотят даже думать об этом и говорят, не наше дело знать, когда это произойдет? Книга Откровения абсолютно точно показывает время второго пришествия Иисуса Христа, описывая 7 лет скорби и великих бедствий перед наступлением тысячелетнего царства Мессии. Ведь Дух Святой говорит просто и ясно, тысячелетнее царство Иисуса Христа будет во время 7-го тысячелетия. Если Иисус был распят и воскрес в конце 4-го тысячелетия, и с этого времени прошло почти 2000 лет, то как можно говорить, что не скоро придет Господь? Не в нашей жизни. Как можно думать о чем-то другом и проповедовать что-то другое, если это время наступило сегодня? Если в любой день и час может внезапно прийти Господь, и может произойти восхищение всех, кто верил, любил и ждал. Так чье же это дело? Исследовать, думать, размышлять, искать, провозглашать, что Он грядет, и молиться о Его пришествии. Разве это не наше дело? Почему Иисус говорит, когда не думайте, Он придет за ожидающими Его? Потому что это великое событие для каждого возлюбившего явления Его может произойти в любой день. Сегодня, завтра или в следующий день. Мы не знаем точно. Но достаточно того, что мы понимаем, сегодня время пришло. Мы видим все события, происходящие в мире, все признаки. 24 февраля пройдет 2 года с момента начала войны в Украине. 7 октября 2023 началась война в Израиле. Все это события, о которых предупреждал Иисус, услышите о войнах и о военных слухах. Этому надлежит быть прежде. Но что же дальше? А дальше восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало бедствий. Дальше мир ждет мировая война,
голод, мор от заразных и вирусных болезней и глобальных природных катаклизмах, а также великие гонения за имя Иисуса Христа. Все эти события описаны с 6 главы книги Откровения. В недавней программе мы говорили о том, что именно находящаяся на земле Церковь Иисуса Христа является главным препятствием для открытия человека греха. И в комментариях был задан вопрос: если в начале седьмины Церковь будет восхищена, и тогда откроется человек греха, и написано, что ему дано действовать 42 месяца, то как понять, что скорбь 7 лет? Вот что необходимо понять. Речь идет о мировом господстве. Возможно ли сегодня при существующем мировом порядке мировое господство одного человека? Сегодняшний мировой порядок с главенствующей ролью США, с существованием блока НАТО, в котором состоит 31 страна. Возможно ли сегодня мировое господство одного человека? Нет, невозможно. Почему в 6 главе Откровения показан выход всадника на белом коне и следом начало мировой войны? Для чего ему Третья мировая война? Потому что с помощью этой мировой войны существующий мировой порядок будет полностью разрушен. И к середине седьмины мы видим, что из моря выйдет зверь с 7 головами и 10 рогами. Это альянс государств последнего времени этого мира. После мировой войны не будет уже того влияния США и блока НАТО, и всего Запада в целом. Возможно, и вообще не будет США. Существующий мировой порядок будет полностью разрушен. На это потребуется определенное время, и мировая война будет во время первой половины седьмины. И та война в Израиле, которая началась 7 октября и идет пока в полной мере только в секторе Газа, не закончится в скором времени. Пока Израиль поддерживает США, и Украина может противостоять врагу, пока поддерживается Западом. Но после мировой войны этого влияния Запада не будет. Без поддержки США и Запада Израиль не сможет противостоять силе тех стран, которые желают его покорить и уничтожить. Иерусалим будет окружен войсками язычников. Иерусалим, как сказано, будет попираем язычниками 42 месяца, пока не окончатся времена язычников. Зверь с 7 головами и 10 рогами – это альянс стран БРИКС, в котором с начала 2024 года 10 стран, но который получит всю силу и власть только к середине седьмины. Беззаконнику дано будет выйти в начале седьмины и начать эту войну за мировую власть, но достигнет он своей цели только к середине седьмины. Он не воцарится по мановению волшебной палочки, но он выйдет как победоносный и чтобы победить. И ему будет дан этот венец будущего мирового правителя, и он начнет свое шествие. Сегодня идет еврейский месяц Адар, 12-й месяц их календаря. И в этом году будет второй Адар, потому что это високосный год. И в еврейском календаре бывает 13-й месяц, Адар-2. Адар происходит от еврейского или арамейского корня и означает светлый, славный, знаменитый, блистательный, величественный, превосходный, огонь или божество огня. Название созвездия, соответствующее месяцу Адар, представляет собой на иврите существительное множественного числа – рыбы. И о месяце Адар говорят: «Небеса изливают свою милость в дни милосердия и дарят радость в радостный месяц». А нет месяца столь же радостного, как Адар, когда умножается благословение, скрытое от человеческого глаза. И глаза врагов Израиля не в силах охватить это благословение и овладеть им. Возможно ли, что восхищение произойдет в месяце Адар? Я по-прежнему верю и жду каждый день. Верю, что это произойдет до первого Нисана. Почему, я уже много раз говорил. Месяц Адар – месяц радости. Иисус сказал: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». И то, что месяц Адар соответствует созвездию рыбы, очень символично. Как сказано в 21 главе Иоанна: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть». 153 большие рыбы символизируют тех, кто попал в сеть Царства Божьего, в сеть Евангелия, и для кого нет ничего важнее, чем сам Иисус.
И Он найдет, придя, эту веру в нас, во всех тех, в ком живет и царствует Духом. Мы ждем Господа каждый день, мы пребываем в Нем, в полном единстве, мы бодрствуем и готовы на всякое время к Его внезапному приходу и к восхищению. Мы молимся, чтобы пришло Царство Его, и мы так жаждем этой встречи. Мы молимся о том, чтобы проснулись от сна те, кто еще спит, и молимся о том, чтобы пребывали в полной готовности те, кто уже проснулся. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения и искупления всего творения. Да будут чресла наши припоясаны и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов Своей кровью. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Господь грядет, Его время пришло. Маранафа, восхищение так близко. Нам остается только ждать и верить. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи!